Я начну с чтения некоторых стихотворных переводов, один из которых занял у меня очень много времени. Я думаю, что уместно его читать в доме Балтрушайтиса, поскольку в этом доме поэтическая культура цвела именно в начале XX века. И то, что я вам прочитаю, это перевод текста французского великого поэта Гийома Аполлинера. Текст этот связан с его личными переживаниями 1903 года, но, по-видимому, существенную часть он закончил где-то около 1907 года, а напечатан он был впервые по-французски в журнале в 1909 году и потом в знаменитой книге Аполлинера «Алкоголь» в 1913 году. Это одна из главных книг поэтического европейского авангарда этого времени. Это «Шансон де Мал-Эме», песнь несчастливо влюбленного. «Ну, ларус» для слова «Мал-Эме» дает перевод «изгой», «отверженный», «отторгнутый» или «изгнанный». Но вот все эти значения, вы увидите, есть в этой поэме. Это, в сущности, поэма, написанная в форме очень свободного выражения всего, что занимает автора, хотя это сосредоточено вокруг одного определенного периода его личной жизни, но в этом смысле нечто подобное, скажем, Марбургу, Пастернаку или многим большим сочинениям этого же времени, молодого Маяковского и потом Цветаевой. Но я сейчас не буду говорить о многих перекличках, которые почти очевидны. То есть единственное, что надо помнить, я старался быть во многих таких случаях буквальным, надо помнить, что Аполлинер был одним из первых, кто использовал приемы авангардной поэзии разного рода в лирическом контексте. И поэтому то, что встречаются какие-то переклички с другими поэтами, не столько даже обязательно его влияние, сколько такой общий дух времени, атмосфера времени. Некоторые места нуждаются, вероятно, в коротком пояснении. Я постараюсь, чтобы их число было минимальным. Но что надо заметить? Аполлинер описывает тяжелый период своей жизни, женщина, в которую он был влюблен, и которой посвящена вся эта большая композиция, в конце концов решила с ним расстаться. И это произошло в Лондоне, поэтому Лондон – это главное место, с которого все начинается. Лондон до сих пор многих поражает, особенно какие-то его кварталы, красным колоритом многих зданий. Если вам случилось сравнительно недавно смотреть «Blow Up Antonioni», вот, по-моему, в кино лучше всего эта колористическая часть Лондона отражена. А эта краснота зданий ведет здесь к циклу ассоциаций, включая Красное море, и Красное море ведет уже к соответствующим библейским ассоциациям, но вот чисто такого цветового и звукового плана. Дальше из вещей, которые, наверное, нуждаются хотя бы в коротком комментарии, наряду с всем известным Улиссом, в том же контексте длительного ожидания женщины выступает древнеиндийская принцесса Шакунтала, история, которую мы все читали в университете, но которая все-таки в Европе менее известна. Из таких полуэкзотических легендарных историй Аполлинер упоминает 40 мучеников из Севастии. Это время
когда Армения только становилась христианской, 40 мучеников страдали, оказавшись в ситуации такого горного холода. Упоминается один персонаж, о котором большинство из нас, конечно, помнят только потому, что он дал название знаменитому зданию, о котором слишком много говорят. Это был некий мавзол, в честь которого был построен его храм. Но здесь имеется в виду супруга мавзола, которая вот, почитала своего покойного мужа. Из историй, которые были важны для времени, когда Аполлинер писал, он довольно подробно говорит об одном сумасшедшем правителе Европы того времени. Это был Леопольд, регент, который правил от имени двух царственных отроков, один из которых покончил с собой. Эта история Аполлинером приводится, по-видимому, потому что он был очень взволнован безумием власти. Это одна из основных тем. Вообще в поэме несколько тем, кроме темы любви, есть тема власти. И безумие власти, и ему представлялось, что человечество на краю гибели из-за безумия властителей. А вот эти персонажи баварские, полубезумные Леопольд и, безусловно, безумные два молодых человека, ему нужны как иллюстрация этой идеи. Ну и, наконец, последнее, но, может быть, особенно интересное для нас в славянском контексте, это то, что Аполлинер, один из главных критиков и вдохновителей французского кубизма, близкий друг Пикассо, несомненно, высоко ценил нашего Репина. Из произведений Репина его крайне заинтересовало сочинение письма турецкому султану. Запорожские казаки здесь включены в число персонажей, которые описываются. Значит, турецкий султан появляется, конечно, именно тоже как один из безумных властителей, и как его документальное проявление безумия приводится отрывок, довольно дословно передающий оригинальный текст из сочинения, где султан предлагал запорожцам перейти из своей веры в ислам. Но ответ запорожских казаков Аполлинер, по-видимому, читал в староукраинском оригинале. Вы знаете, что Аполлинер на самом деле ведь придуманный псевдоним. Это псевдоним польского поэта со смешанным происхождением, в котором была и польская кровь, и его первоначальная фамилия польская, но он, безусловно, очень интересовался славянскими языками, восточнославянскими. И, знаете, сейчас принято уже какие угодно слова вставлять в текст, в том числе и поэтические, поэтому я без большого волнения включил один русский нецензурный термин, потому что он употреблен в этом контексте Аполлинером и в одной его прозаической книге. Как прозаик Аполлинер знаменит во Франции как автор эротических, почти порнографических текстов. Вот в одном из них встречается и то нецензурное русское выражение, которое по Аполлинеру казаки употребляют в своем обращении к турецкому султану. Вот это такие короткие замечания, которые могут сделать этот текст менее загадочным. Он, как я сказал,
начал его писать в 1903 году, но вернулся к нему в 1907, когда, казалось бы, исчезнувшая любовь к нему вернулась уже с другой женщиной, той самой, которую вы помните по знаменитой картине Руссо, поэта и его муза. Так что первая строфа обращена к второй будущей музе, а дальше речь идет о первой музе. «Песня несчастно влюбленного. Когда я затевал эту песню, третий веку исполнился год. Я не знал, что любовь не исчезнет. Феникс утром возьми и воскресни, хоть казалось, что ночью умрет. В Лондоне, где бродил я влюбленный, повстречался мне малый дурной. Странно было, что смахивал он на страсть мою. Он глядит непреклонно, издевается он надо мной. Он свистит, ходят руки в карманы, я за ним, влагой я окружен. Полоумные полутуманы, море красного ширится раны. Там евреи, а я фараон. Мы любить не сумели друг друга, словно волны бегут кирпичи. Для Египта нет пущи недуга, войско где? Где сестра и подруга? О любви ты и не хлопочи. Где горели дома в кровоточье, где фасад утопает в огне, в жалобах наступающей ночи. Парня этого женщина точно взглядом жутким напомнила мне. Взгляд был нечеловечески жесткий, этим был на подростка похож. Стала пьяная на перекрестке, в ней кабацкой, как раньше в подростке. Мне любви заподозрилась ложь. После долгих разъездов с удачей возвратился премудрый Улисс. Там восторг его встретил собачий. Пряха справилась с трудной задачей, и они, наконец, обнялись. А в Сакунтале царь, и к Сакунтале царь возвратится. Без него истомилась жена, вдали ее устремлялись глазницы. В ожидании мужа царица лишь с одной газелью нежна. Счастье этих царей во владение женщины, идет все на лад. Отдаляется приобретенье. Обе женщины темную тенью мне несчастье измены сулят. Преисподняя наша в печали, о забвении небо молю. И цари б свои тени продали, и цари б свои царства отдали. Тень пожертвовал я бы мою. Я зимую в прошедшем несчастье, жду я теплых пасхальных лучей. Отогреют мне кровь от ненастья 40 мучеников из Севастии. Не сравняются с мукой моей, о корабль моей памяти, судно, на котором я плавал вчера. Как волну эту горькую трудно нам отведать, к тому же прилюдно зори красны, грустные вечера. Я прощаюсь с любовью негодной, отодвинутся эти года. Я о ней не заплачу сегодня, и расстанусь я с той прошлогодней. Не увижу ее никогда. Млечный путь, мы последуем рьяно за тобою в иной звездопад, сестры белых ручьев Ханаана и утопленец умерших рано, в их сверкание сверху глядят. Дальше следует, как пишет Аполлинар в самом тексте, веселое восхваление, пропетое в четвертое воскресенье Великого Поста. Католический такой традиционный гимн, который он перекладывает. «Мне запомнилось утро в апреле, в это утро я счастье найду. Я люблю и любим в самом деле. Это время сплошного веселья, день для всех отведенный в году. На пасхальном мы празднике сладком погуляем на радость в лесу,
птичьим мы подивимся повадкам и небесным чуть розовым складкам. Я в себе это счастье несу, слившись вместе безумными ртами. Марс с Венерою сходят с ума, нагишом они пляшут над нами, обещающими лепестками раскрывается роза сама, нежность все возмещает расходы. От цветения идет все вперед, благородно, прекрасна природа. Хор лягушек запущен с восхода, это пан свою песню поет. На этом вставной католический гимн кончается. Боги умерли, вот незадача. Ивы плачут по ним до сих пор. Пана нет, нет других на придачу. На парижском дворе я заплачу, где кошачий торжественный хор. Рыбам-хищницам в час их разбоя, рыбам-хищницам в час их разбоя гимн сложить успевали рабы. Я пою свои песни изгоя, королевам беду я открою, и сиренам, хозяйкам судьбы. И любовь умерла, произвола рока вынести я не берусь. Мне обряд достается тяжелый, я похож на супругу мавзола и ее неизбывную грусть. Это верность дворовой собаке, верность вьющейся лозы стволу. И в любом запорожском казаке, несмотря на их пьяные драки, есть за что нам воздать им хвалу. Цитата из «Султана». «Бросьте крест, ненавистная иго, да поможет вам в том звездочет. Я велю всемогущий владыка, в мою церковь теперь как растрига запорожский казак перейдет». Казаки отвечают: «Все в ответ на послание это сочиняют письмо хохоча, забавляет занятие это, им хватает и скудного света, озаряет одна их свеча». Ответ запорожских казаков константинопольскому султану: «В воровстве не уступишь Варавве, да совсем не правитель ты наш, Вельзевулу мрачней и кровавей, весь в блевотине ты и в отраве, сам на свой отправляйся шабаш. У кошмара такого разгула ни конца, ни прощения нет, и в салониках рыба уснула, твоя матушка как перданула, выпертком ты и вышел на свет. Не простят тебе мясо живое, как на страшный заявишься суд, весь ты вылеплен из перегноя, зад кобыли и пузо свиное, и лекарства тебя не спасут». Конец ответа. «Млечный путь, мы последуем рьяно, за тобою в иной звездопад, сестры белых ручьев Ханаана и утопленец умерших рано, в их сверкание сверху глядят, как пантера добычу почуяв, красотою блудливой грозна флорентийских твоих поцелуев. Я природу узнала гневую, вкус их выпить пришлось мне до дна. Этот взгляд зажигал неизменно гроздь сверкающих звездных огней. Сквозь глаза твои плыли сирены, в ранах рот заставлял неизменно плакать наших хранительниц фей. В самом деле я весь в ожидании на мосту под названием «Назад». Если б вдруг ты пришла на свидание, как ожившее воспоминание, женщине я сказал бы, что рад. Твоему подчиняюсь я жесту, мир без дна, как бы он донаит, как забыть мне о прихоти женской, как вернуться к простому блаженству, как дитя ни о чем не грустит. Не нужна мне забвенья попытка, навсегда тебя выучил я, облетела моя Маргаритка дальний остров,
где все без избытка, ты, голубка и роза моя. А чертей и сатиров тут нет ли? Труп уже разложился в земле. Бабочки из огня меня встретили, мне на шею навесили петлю, как кому-то из граждан Кале. Я судьбе предоставлен двоякой, носорог или единорог. Я к тебе возвращаюсь из мрака, воплощением волшебного знака. Жезл божественный к утру привлек Бог, которому больше нет веры. Из слоновой ты сделан кости, и жрецы твои все изуверы, даже жертвы твои лицемеры, и молитв нам не приобрести. Древний змей, ты все тянешься следом, как мое продолжение за мной, и умерших богов мне неведом замысел. Не делю я с соседом отведенный мне угол земной. В преисподней ты света не знала, я привел тебя в солнечный день. Дай вершок мне земли, как бывало, это траурное покрывало, на мою надеваешь ты тень. Жгут на радостях белые ульи, и под снегом зима умерла. Огороды себя развернули, ветки тонут в проснувшемся гуле, и апрельская легкость светла, и мартели умрут, но не скоро. Что подснежников этих белей так приходят в весеннюю пору, древоносы поникшие взоры, увлажняя у бедных людей, вспухло сердце, как будто восточной женщины при удивительный зад. Так тебя я любил, что заочно, продолжаю и прямо бессрочно. Сабель семь меня режут подряд, сабель семь, куда деться от боли, сабель этих крепки острия, сабли эти насквозь прокололи, и забыть о немыслимой доле зря захочет разумность моя. Семь сабель, предполагается, что это эротические символы, довольно трудные для толкования, но я попытался передать буквально. Это что-то вроде знаменитого сочинения Хачатуряна. «Саблю ту, что назвали Полина, верно сделали из серебра, приготовили для исполина. Я пронзен этой саблею длинной, и вулкан не желал мне добра. И прозвали Нубосой вторую, ту, что радугой в небо впилась. Я с богами на свадьбе пирую, я и победу ее торжествую, передал ее сам Карабас. Ну а третью назвал бы Херапом, он окрашенный в краски небес. Он Луи Фельтинен, он с нахрапом, малым карликом, хоть и не слабым, разревился по сабле Гермес. А четвертую звать Малюрена, свой поток она не пролила, вечера в ней блестят непременно, и русалки плывут неизменно, и свои окунают тела. Пятая из сказаний небыли, Сен-Фабо называлась она, в ней растет кипарис на могиле, факелы зажигались и плыли, каждой ночью свеча зажжена, а в шестой была слава металла, что приятен и сладок для рук, нас к концу приводило начало, утро каждое пооткрывало, петухов зажигательный звук, бесконечно тянулась седьмая, розы лик постепенно угас, и любовь эту дверь закрывая, на прощание мне повторяя, никогда не знавала я вас, Млечный Путь, мы последуем рьяно за тобой в иной звездопад, сестры белых ручьев Ханаана и утопленец умерших рано, в их сверкание сверху глядят, бесов случая замысел страшен. Глохнут скрипки, не слышно игры, мы концом услаждаемся нашим, все спиною к обрыву мы пляшем, ниже, ниже, спускаясь с горы. Как судьбой совладать в самом деле, у царей отнят разум и стыд,
Звезды стынущие заблестели, жены всем изменили в постели, и история вас не простит, Леопольд, двух безумных высочеств дядя и на беду опекун. Этой страшной купальскую ночью светляков он увидел воочию, предвещавших убийство канул. Возле замка, где все неизменно, где всегда распевали гребцы, в жизнь внезапно вошла перемена, и как лебедь плыла там сирена. В белом озере скрылись дворцы, с ртом открытым нырнул онемело принц, который был дядей храним. В серебре помертвелое тело всплыло сразу и в небо глядело, изменяющееся над ним. Лира солнца вредит моим пальцам в мелодическом грустном бреду всей июньской жары постояльцем и себя не убившим скитальцем я прекрасным Парижем бреду. Двор воскресный, всегда бесшабашный, звон монет посреди бедноты, опьянение песней всегдашней, и как будто Пизанскую башню наклонились с балконов цветы, и парижские сумерки блеском электричества напоены, и трамваи проносятся с треском в их машинном движении резком, зелень светится вдоль их спины, и кафе дым густой не развеяв, сквозь простуду сифонов и чад, сквозь повязки на бедрах лакеев, диким пеньем цыган-лицедеев о любви тебя вновь прокричат рыбам-хищницам в час их разбоя. Гимн сложить успевали рабы. Я пою свои песни изгоя, королевам беду я открою и сиренам, хозяйкам судьбы. Спасибо. Вы знаете, это относится к Аполлинеру, не ко мне. Вы знаете, конечно, кроме таких деловых комментариев, которые я старался свести к минимуму, есть довольно много, из которых я приведу только одно, но чтобы представить себе, что это все написано не просто как какие-то образы, которые кипели в голове поэта, а что это связано с окружавшей его действительностью вот этого Парижа, ну, напоминающего электрический бред наяву Блока и другое, что мы знаем о том времени. Но вы знаете, вот интересно, в «Незнакомке» Блока, так же, как в финале этого большого стихотворения, появляются лакеи. Между прочим, молодой Пастернак, когда писал одно из замечательных своих уральских стихотворений, написанных размером «Незнакомки», там тоже появляются лакеи. У Блока и у Пастернака лакеи сонные или зевающие. А у Аполлинера очень интересное и, казалось бы, загадочное обстоятельство. И кафе дым густой не развеяв, сквозь простуду сифонов и чад, сквозь повязки на бедрах лакеев, диким пением цыган-лицедеев о любви тебя вновь прокричат. Представьте это нашествие темных чернокожих на Париж началось уже в начале 20 века. Парижские кафе и сейчас отличаются при всех замечательных технических изобретениях довольно большой теснотой и тем, что жарко. А вот эти чернокожие, которые нанимались в лакеи, они ходили в привычных им тропических одеждах, то есть на них были только повязки, которые и вдохновили Аполлинера, так же, как и цыгане, которые снова нам напоминают о времени Блока и блоковские стихи о любви
в сопровождении почти таких же диких цыганских песен. То есть нам эта эпоха знакома через поэтов, но сами образы эпохи все-таки различаются по тому, какая реальность описывается. Вы знаете, я решил прочитать, хотя для многих, наверное, это будет удивительным, поэтому тоже маленький комментарий понадобится. Я решил прочитать одно из замечательных стихотворений, которые позднее были написаны по-французски. И представьте, я думаю, что до сих пор одним из лучших поэтов времени после Аполлинера, как-то Ахматова, мы с ней разговаривали, сошлась со мной на том, что Аполлинер последний, которого мы так, безусловно, как-то можем принять сейчас в число великих европейцев. А вот из последующих замечательных французских поэтов я хотел бы вам прочитать одно стихотворение Луи Арагона. О нем вообще можно много разного сказать, и даже в тех воспоминаниях, один кусочек которых я буду читать, я о нем больше говорю. Но сейчас я хотел бы упомянуть только одно. Как-то, когда мы заговорили об Арагоне с Пастернаком, Пастернак мне сказал, что он очень отрицательно относится к коммунистической деятельности Арагона. Для поэта это что-то вроде игры в покер, то есть какая-то фальшивка. Да, но вот стихи бывают очень хорошие. «Крев-кёр» действительно очень хороший сборник. Это сборник, который Арагон написал, когда он был сначала во французской армии, потом в сопротивлении во время войны. А то, что я вам прочитаю, это попытка Арагона классическим стихом, ну вот тем классическим стихом, какой-то вариант которого я пытаюсь воспроизвести и в своем переводе Аполлинера, Арагон пытается классическим французским александрийским стихом описать отступление, трагическое отступление, бегство французской армии, когда гитлеровские армии в обход линии Мажино вошли в Бельгию. И все, что дальше произошло, написано вот этим замечательным классическим стихом и с помощью образов, которые, казалось бы, абсолютно далеки от войны. Но остальное, я думаю, вы поймете. А образы, через которые это все показано, в самом названии, это «Сирени и розы». «Ли-ли-ля эль роз». «О муа де флорезон». «Муа де метаморфоз». «О месяц всех цветов», «О месяц превращений», «О май безоблачный», «Июнь, что твой кинжал». «Нет, мне не позабыть тех роз и тех сиреней, того, что в складках клад весны попридержал». «Нет, мне не позабыть трагедии обмана, блеск солнца, крик толпы, восторгов произвол, дар Бельгии, цветы на танке мечут рьяно, дрожанье воздуха и путь в гуденье пчел. Не время праздновать перед началом боя, как в поцелуе кровь заранее красна, на танке в башенке те умирали стоя, кого засыпали цветами, как спина. Нет, мне не позабыть, как из средневековья молитвенниками раскроются сады в смятенье вечеров, в загадочном безмолвии за отступающими розы, как следы. Безумие цветов и ветер множит беды, солдаты в панике, их окрыляет страх. Бегут, стреляют зря, в бреду велосипеды, и нет спасения в нарядных лагерях. Не знаю почему, открывшийся для взора бурлящих образов водоворот ведет в Сен-Март, где генерал и чернота узора тех вилл Нормандии, откуда в роще вход. Молчание на врага, ложатся ночи тени. В тот вечер я узнал, Париж сегодня взят,
Нет, мне не позабыть ни розы, ни сирени, среди других утрат, букета первых дней. Вы, Фландрия, сирени, дух смерти сладостный, что бледность щек принес, букета нежных роз, букета отступления, как зарево вдали, пожар анжуйских роз. В конце этого стихотворения «Couleur de l'incendie au loin, rose d'Anjou». По-видимому, это не только розы анжуйских садов, но это знаменитые анжуйские средневековые гобелены, на которые изображают апокалипсис. То есть в конце это не только гобелены французского средневековья, данные через сады в самом стихотворении, но это и гобелены апокалипсиса, который содержит эти цветы и эти цвета. Следующая моя попытка стихотворная – это такая, знаете, как бы сказать, олимпиадная задача, потому что я пытаюсь перевести стихотворение, у которого десятки русских переводов, они даже изданы отдельной книжечкой, сравнительно недавно вышедшей в Ленинграде, это «Пантера» Рильке. Но я все-таки рискнул и попробовал, я, как и другое, что я вам сегодня читаю, это все результаты такой многолетней деятельности. То есть я обычно запоминаю стихи и потом так в голове пытаюсь рассортировать разные возможные строки. Вот я очень давно пытался перевести Рильгевскую «Пантеру». Вот вам читаю попытку, значит, это тоже вполне классический стих. Имеет подзаголовок, заглавие «Der Panther», а подзаголовок «В Париже в ботаническом саду». По-видимому, в это время ботанический сад был одновременно отчасти зоологическим. Глаза устали видеть, все бесчетнее мельканье прутьев, застеливших свет, и кажется, за надоевшей сотней белькавших прутьев мироздания нет. Выплескивается, как в пляске, сила движений, суживаются круги, среди них воля, притаясь, застыла. Ее упруги мягкие шаги, но занавес, приподнимая смело, вбирает образ внутрь, сперва зрачком, потом притихшим напряжением тела и сердцем растворяясь в нем. Ну и теперь, чтобы от 20 века уйти подальше, я попытался кончить также стихотворение, которое в самом заголовке объявляет, что что-то похожее на нас происходило уже очень давно. Великий поэт испанского барокко Гонгора, когда-то открытый Лоркой как предшественник современного испанского авангарда, автор стихотворения, которое называется «Мадрид в 1610 году». И меня это стихотворение всегда изумляет тем, что позднее в европейской поэзии было то, что Пастернак, который считал себя продолжателем этой линии, назвал мистическим урбанизмом или урбанистическим мистицизмом Блока, Рильке, Верхарна. Представьте, что это было уже во времена Гонгора, ну, отчасти поэтому так поразился им Лорка, когда писал стихи вроде своего нью-йоркского цикла. Итак, это «Мадрид в 1610 году».
жизнь в околдованности, в напряжении, где гарпи с кошельками, место спору, где попусту мечтать обманно взору, ждать, где попусту мечтать обманно впору, ждать ароматов в каждом дуновенье, лакеев и пажей, карет движения, где тьма одежд, готовят шпаги спору, где дамскому конца нет разговору, посланников, юристов, дел кружения, ложь воцарилась с воровством навеки, священники на мулах, сами мулы, дороги непролазные в грязище, а ветераны вовсе не калеки, они не раненые, а сутулы. Таков Мадрид, что преисподней чище. Esto es Madrid, mejor dijera infierno. Там, таков Мадрид, а скажем лучше ад. Ну и я хотел также вернуться к Киплингу как поэту. Знаете, это такая спорная проблема для 20 века. Кто действительно современный поэт? Вот Т.С. Элиот, великий, родившийся в Америке поэт, который потом жил в Англии, напечатал, уже будучи знаменитым поэтом авангарда, напечатал предисловие к избранным стихам Киплинга, где он утверждал, что вот это и есть настоящая поэзия, как он писал там, prose and verse writer, то есть поэт, писатель, который пишет одновременно стихи и прозу. И вот это казалось некоторым новым открытием. Открытие вот в том, что я вам сейчас прочту, это киплинговские стихи времени его юности, но он в этом духе продолжал писать и дальше. «Вампир». A fool that wasn't, he made his prayer. Жил-был дурак, он молитвы вознес, так же, как мы с тобой, тряпки, скелету, клочку волос, бессердечный ее назовут всерьез. Он ее называл царицей грез, так же, как мы с тобой. Умы годы тратим, невзгоды тратим, и наши мысли, и наши дела посвятили мы той, что о нас не знала, и теперь мы знаем, что знать не знала и понимать не могла. Все, что имел он, дурак, расточил, так же, как мы с тобой. Честность и верность и пламенный пыл, но со всем этим он не стал ей мил. А дурак изо всех старается сил, так же, как мы с тобой. Наш успех пропал, труд совсем пропал, все добро и все средства от зла посвятили мы той, что причин не знала, и теперь мы знаем, никогда не знала и понимать не могла. От него оставался один костяк, так как от нас с тобой. Брошенный ей погибал бедняк, но она не заметила это никак. Что-то в нем тлело, но умер дурак, так же, как мы с тобой. И теперь не стыд в нас с тобой горит, жжет ни пламя, ни зола, а узнавание того, что она не знала, мы видим теперь, что причин не знала и понимать не могла. Представьте себе, что этот невероятный мрак написал совсем молодой человек, который нам известен как автор некоторых более оптимистических сочинений. Ну вот мне хотелось прочитать вам эти стихи, а дальше, если вы не возражаете, не слишком устали, я хочу почитать кое-что из продолжений своих воспоминаний. Я два кусочка воспоминаний напечатал. Одно продолжение того, что напечатано было в журнале «Звезда» 18
уже лет назад под названием «Голубой зверь». Это была короткая книга воспоминаний. Вот я сейчас к ней прочту небольшое добавление к тому, что относится к моему отцу, ну, к каким-то определенным интересам моего отца. Там, когда я кончил эту книгу, мне многие говорили, что я слишком много пишу о других людях и мало о себе. Но потом, перечитывая, я понял, что я мало написал и о других, в том числе о своем отце. Может быть, именно потому, что я опускал что-то слишком тесно связанное со мной самим. И вот теперь, как вы увидите по названию, речь идет даже о совсем других персонажах, о которых я мало писал в первом сокращенном тексте. А именно, я вам читаю кусочек, называющийся «Центр галактики». Сейчас, когда я дописываю в августе 2012 года главку воспоминаний, посвященную отцу и разнообразию его интересов, я время от времени прерываюсь и смотрю в компьютере новости о движении по Марсу, недавно там примарсившиеся, ну, если вот от приземлившись сказать, машины, лаборатории. Мне попадаются попутно и другие увлекательные научные сведения. Неожиданно они входят составной частью в едва ли не самую удивительную область того, что я помню об отце. Мне еще не было 5 лет. Я был приговорен врачами к 2-годичной полной неподвижности. Лежал возле Переделкинской дачи, часто на лужайке или в лесу подле нее, привязанные за руки и ноги к кровати. Это была щадящая замена гипса. Отец страдал от моей болезни и моего вынужденного лежания. Но книжник, в нем обосновавшийся, понимал свою задачу так: нужно давать сыну книги и сопровождать их пояснениями. Зачем читать? Книги он отбирал для меня те, которые были для него самого наиболее интересными. Среди них были 2 книги английского физика и астронома Джинса «Вселенная вокруг нас» и «Движение миров». Давая мне эти книги, отец пояснил самое главное. Джинс пишет, что самое большое скопление массы есть в центре галактики. Рассказывая об идее Джинса, отец загадочно улыбался. Эту улыбку я запомнил на всю жизнь. Знак заглядывания в загадочное. Отцу в этом научном соображении чудилось нечто особенное. Когда на одной научной конференции несколько лет назад я разговорился с нашим великим современником, астрономом Ее Величества, это такой официальный титул, Мартином Рисом, я не мог удержаться от того, чтобы не рассказать об этом своем раннем приобщении к науке, которой он занимается. Сэр Мартин отнесся к моему рассказу спокойно. Он знает и, видимо, как хороший автор книг о науке для широкой публики, не слишком высоко ценит умение Джинса популяризировать то, что в те годы казалось новым. Петр Леонидович Каписа говорил мне, что, по его мнению, Джинс писал популярные книги, чтобы заработать деньги. А я не могу до сих пор не поразиться тому, как мой отец угадал нечто удивительное в том, что и сейчас изумляет специалистов. Гамма-лучи, замечаемые в большом количестве у центра галактики, быть может, связаны с огромной концентрацией материи, в частности, загадочной темной материи, в черной дыре, в этом месте пространства находящейся. Споры об этом составляют предмет самых последних новостей о науке. Космологией мой отец увлекся, когда приехал в конце гражданской войны в Петроград и узнал о теории относительности. Он мне рассказывал, что для понимания написанного на эту тему всерьез занялся математикой. О степени ему усвоенного мне пришлось узнать в школе, когда он мне помог однажды решить достаточно трудную алгебраическую задачу. Я был в те предвоенные годы баловства, нетерпелив, и когда, вопреки обычному, задача не стала решаться, отец не выдержал моих слез.
Но он применил для решения способ, мне неизвестный, и показавший мне, как далеко он сам когда-то продвинулся в своих занятиях. Он был очень способным самоучкой. Образование у него было только начальное, несколько первых классов. А чтение вполне нешуточных книг продолжали всю жизнь. По теории относительности я нашел у него на полке книгу Эддингтона в начале 30-х годов, вышедшую в русском переводе. Тензоры там его не смущали. Временем, с точки зрения теории относительности, он увлекся еще и потому, что среди многих других после уэллсовской машины времени пробовал сам свои силы в сочинении фантазии на эту тему. Не все писатели-самоучки хотят многое узнать о мироздании. Отец рассказывал, что как-то за столом у Горького захотел поделиться с тем плодами своих астрономических чтений. Горький наотрез отказался слушать об устройстве Вселенной. Он сказал, что ему хватает трудностей здесь, на Земле. Отец подходил к природе иначе, не пропуская в ней ничего. И земная жизнь увлекала его во всех формах. Недаром в похождениях факира он вспоминает о том времени, когда жил по суровым правилам индийского аскетического самоограничения, занимался йогой. Тогда на лесной поляне звери подходили к нему близко, как к своему, и в полночь ему мерещилось, что он слышит, как растут травы. У меня складывалось впечатление, что у него был какой-то собственный план изучения предметов разных естественных наук. Когда я уже сам стал ходить по библиотекам, он попросил достать для него книгу «Тимирязева о жизни растений». У него в библиотеке ее не было. По ходу чтения книги он делился новостями во время приемов пищи с нами, как могут обсуждать занимающие всех детективное повествование. По поводу жизни животных он, видимо, довольствовался Брэмом. А вот с энтомологией, наукой о насекомых, у меня связано воспоминание того же раннего времени, что и о книжках Дженса. На этот раз в руках у отца я увидел Фабра. Я до сих пор настолько отчетливо помню все сказанное там о личинке насекомого и как ей на будущее запасена пища, что мне начинает казаться, словно я с отцом вместе читал этот текст. То ли он мне его сначала пересказал, а потом дал читать, то ли я был поражен читанным, но в память опыта французского исследователя врезались отчетливо. Потом наступила пора собственных попыток наблюдать тех насекомых, прежде всего общественных, книги о которых мне давал отец. Я никак не мог понять, почему обитатели муравейника не подчиняются моей воле. Когда я их пробовал переселить для удобства своих исследований в стеклянную банку, мне казалось, что я делаю то же самое, что Фабр. Особенно поражало то, как быстро муравьев одного цвета похищала обнаружившая их беззащитными в банке другая расовая группа. Едва ли не с этого начались размышления о том, что может происходить и между человеческими сообществами. Сказать, что отец занимался и гуманитарными науками, и советовал мне продолжать в том же духе чтение по ним, было бы недостаточно. Прежде всего, часть этих чтений относилась для него и к литературе, и здесь достоинства слога автора ценились больше всего. Прежде других, выше других, отец ставил Ключевского, разгадку его стилистического совершенства Иванов видел в древнерусских рукописах, которые тот читал в таком количестве. К числу самых высокочтимых книг относился первый, не имевший продолжения из-за ареста сочинителя, том «История Европы в эпоху империализма» Тарле. Я, кстати, пользуясь случаем сказать, что книга замечательная, действительно, книга сравнительно недавно переиздана, так что она сейчас становится доступной, в отличие от первого издания. Много позднее я узнал подробности тогдашних преследований академиков и того, как Тарле удалось освободить, благодаря заступничеству приезжавшего для переговоров со Сталином Эрио. Эрио убедил Сталина, что это лучший специалист по истории французской революции, поэтому он должен быть на свободе. И поэтому, когда
Его снова стали преследовать в 1937 году. Торле обратился опять к Сталину, зная, что первый раз его освободили по приказу Сталина. Правда напечатала извинения, в котором было сказано, что Торле наш самый лучший советский буржуазный историк. Это был такой выход из этой сложной ситуации. Тогда отец, рекомендуя мне эту книгу Торле как одну из самых блистательных в исторической части его огромной библиотеки, ограничился самыми краткими сведениями. Торле арестовали по обвинению в участии в заговоре и в подпольном правительстве академиков. Он будто бы был министром иностранных дел. После возвращения из заключения он не стал продолжать книгу. У нас в числе вновь приобретаемых книг дома были и последующие сочинения биографического характера на Торле. О Толейране и Наполеоне. Отец их читал, но к ним относился со сдержанным интересом. С восторгом же он говорил о книжке о Фуше Стефана Цвейга. Всеволод Иванов не раз повторял, что Фуше описал, что Фуше описан в этой книге Цвейгом как один из создателей той современной полицейской машины, которая действует и у нас. Отец не сообщал мне о своих собственных мыслях о советских последователях Фуше, но рассказал о встрече с Дзержинским во время какой-то из тогда частных светских бесед советских вождей с писателями. Дзержинский уверял отца, что высоко ставит его творчество. Он заверил Иванову, что тот скоро в этом сможет убедиться. Вскоре во время утренней работы Иванов услышал звонок в дверь. Вошел в форме гонец из того самого учреждения с сокращенным буквенным названием, которым ведал Дзержинский. Гонец передал отцу толстый пакет, к которому была приложена записка. В ней Дзержинский сообщал, что хочет показать реальность того, о чем уже говорил отцу, своего отношения к нему. Для этого он посылает ему все доносы, поступившие на него за последние полгода. В комнате топился камин. На глазах у гонца отец, не распечатывая пакета, бросил его в огонь. Сделав это, он хотел показать Дзержинскому, а может быть и себе самому, что для него эти подробности не играют роли. Но было и другое. Отец был человеком ранимым, как многие из знакомых мне одаренных людей искусства, и щадил себя самого. Фуше, как исторический родоначальник политического сыска и террора, был ему интереснее Дзержинского. Говоря о революции, отец не раз вспоминал русский вариант песни о ее первом французском воплощении, а между этих темных стен любовь царит без перемен. По словам отца, эту песню о первой французской революции и терроре якобинцев компания его друзей Серапионов вспоминали часто в то время, когда пришло известие о казни Гумилева. С ним отец был знаком шапошно. Вспоминал, как тот доставал банку с тарантулами, которую носил с собой, и показывал собеседников сражения этих пауков друг с другом. А в революционной песне привлекала картина торжествующего, вопреки всему, чувства. Поэтому отцу особенно близко было изображение революции в книге его любимого автора Анатолия Франца «Боги жаждут». Отец не раз вспоминал о сцене в этом романе, в которой героиня напоминает своему возлюбленному не забыть обмотать шею шарфом, чтобы не простудиться. Иванову эти заботы женщины казались куда важнее, чем реальные угрозы, о которых должен был в то время думать ее возлюбленный. Этот философский взгляд на происходившее не был только ретроспективным. Отец был секретарем Петроградской студии «Пролеткульта». Когда палил Кронштадт, это я цитирую Блока, да, и Кронштадт палил. Когда палил Кронштадт, и никто не знал, чем кончится начавшееся восстание, на очередные занятия пролеткульта не пришел ни один из остальных пролеткультовцев. Исключение составили отец, секретарь студии и лектор. В тот день Александр Блок.
Блок прочитал лекцию отцу, так и не понимавшему, знает ли лектор, сколько человек его слушает. Потом отец дал Блоку расписаться в ведомости, что тот сделал с той же невозмутимостью, что и во время чтения лекции. Он попрощался и ушел. Отец так и не узнал, что об этой лекции о раннем немецком романтизме думал сам Блок. А отец знал, что его товарищи по группе понимали подстерегающие их все опасности. Ее описал отец в пьесе «Блокада», которую Мейерхольда в годы его союза с властью представлялась контрреволюционной. Он говорил об этом в одном из напечатанных выступлений. Скорее, я думаю, отец стремился описать происходившее в дни кронштадтского мятежа с возможной достоверностью. Теперь, благодаря розыскам в сибирских архивах, здесь присутствует моя племянница Лена, которая в основном эти архивы исследуют. Благодаря розыскам в сибирских архивах мы знаем о его собственном обширном опыте тех лет. До приезда в Петроград за 2 года он испытал начало сперва удачной карьеры профсоюзного деятеля Союза печатников, выбранного от эсеров в сибирский представительный орган. Недели бегства и пряток после первого контрреволюционного переворота чехов. Месяцы работы в типографии Колчаковской фронтовой газеты, где он сам набрал первую книгу своих рассказов. Поездку на фронт, где армия Колчака отступала. Отъезд на Дальний Восток в пору японской оккупации, описанной в «Бронепоезде». И, наконец, возвращение в ставшей советской Сибирь, где Всеволода Иванова, стоявшего на улице в очереди приговоренных к расстрелу, чудом спасает появление товарища, знавшего его по совместной работе в первые дни революции. Может быть, кто-то из вас имел возможность послушать то, что часто по телевизору снова воспроизводит это. Отец сам никогда не записал этого рассказа, но его устный рассказ воспроизводится Ираклием Андронниковым. И это часто показывают по телевизору. Ираклия тогда поразило, и он пытается это показать в рассказе, что Всеволод Иванов смеется, рассказывая это как юмористическую историю. Вот я стоял и ждал, что меня расстреляют, а тут вот меня нашел приятель. А по приезде в Петроград, испытавший все это писатель, увлекается чтением книг по буддизму. Любимым поэтическим сочинением становится старая китайская поэма о поэте Сыкунту в переводе Алексеева, кстати, она тоже сейчас переведена. Цитаты из нее и из буддийских текстов начинают каждую из главок повести «Иванова возвращение Будды». Когда я начал писать стихи, отец отговаривал меня от попыток продолжать современную европейскую традицию. Он мне настоятельно советовал писать в духе древнекитайских поэтов. Много позднее я встретился с почти таким же противопоставлением древне-дальневосточной поэзии и современной, в широком смысле, западной, у Селлинджера. Реализуя эти пристрастия автора, стихи в подлинном поэтическом, неевропейском духе, пишет селлинджеровский герой Симур. Я тогда подумал, что это устремление к поэзии, сосредоточенное на вещах как таковых, а не на наших красивых словах по их поводу, было чертой целого поколения, решившего отказаться от риторики. В этих мыслях меня укрепил один из последних разговоров с отцом. Он лежал в больнице. Утром он делился со мной содержанием снов или видений, являвшихся ему ночью. В тот раз он мне рассказал о разговоре с Ахматовой. Ему снилось или чудилось, что она жалуется на участь своего сына. Утешая ее, отец, по его словам, говорит ей: «Настанет время, когда и у нас, как в Китае, поэзия будет на каждом шагу, в каждой вещи». Я тогда это записал в дневнике, так что это буквальная цитата. Ахматову заинтересовали мои пересказы видения отца. В них она увидела преображение 2 своих стихотворений и тех разговоров с отцом, которые были у них, когда в 1954 году она приезжала к нам в Переделкино читать переводы классиков древнекитайской поэзии. Не буду продолжать об этом подробно. В одной из таких
больничных ночей к Иванову приходил Будда. Наутро он мне рассказывал об их разговоре о судьбе отца. До самого позднего времени своей жизни, до последней болезни, Иванов продолжал читать буддийские тексты, в которых находил в себе много созвучного. Настольной книгой была книга Щербацкого о логике и теории познания по учению позднейших буддистов. Отцу была близка идея пробуждения, просветления. Об этом, ссылаясь на переводы перечитывавшихся им буддийских сутр, он писал в записях для себя во время войны. Но когда мы вместе с отцом ездили по Забайкалью на праздник в буддийском Дацане, храме, мы попали по моей просьбе. Отцу это в то время уже не было особенно интересно. Но Дидхамба Лама, это тибетский титул, значит, заместитель главного ламы, устроил для отца прием вместе с ламами. Было лето 58 года. Они все только что вышли из лагеря, где сидели вместе с воплощением будущего Будды, простите, Дандароном, с которым я познакомился позднее, в промежутке между двумя его арестами. Он умер за заключение после второго ареста. Мои попытки облегчить его судьбу ничего не дали, хотя Сахаров и писал об этом специальное письмо, подписанное его титулом «Трижды героя» в связи с хлопотами о воплощении Будды. Это звучало особенно веско. С Дидхамба Ламой и другими ламами мы заговорили о ранней юности Дандарона. Они считали счастливым стечением обстоятельств то, что все оказались вместе в одном лагере с Дандароном, тогда совсем молодым. У него на теле обнаружили 32 знака, которые удостоверяют, что он будет Буддой. Но для того, чтобы выполнить все, что ему было предназначено, он должен был изучить основы буддийского учения и священный буддийский язык, тибетский. Все это оказалось возможным, потому что все они были в одном лагере. Из него, благодаря повседневному общению с ламами, молодой Дандарон вышел знающим тибетский язык и подготовленный в области буддийского знания. Вскоре его взяли на работу в Улан-Удэ, в институт, где понадобился специалист этого профиля. Дандарон до второго ареста успел составить и напечатать описание хранившихся в Улан-Удэ буддийских сочинений. Он подарил мне эту книгу с посвящением по-тибетски. Так не только моему отцу, но и мне самому предстояло, если не возвращение Будды, то возвращение к Будде.